Ну, давайте просто будем делать ставочки. Сделайте свои ставочки. Победит Спол, он победит Драк. Будут ли допы? Будут ли вторые допы, а может и третьи? Вот, Вуду ставит, что Спол победит в допах. Окей. Распутник ставит 8-2 на Спол. Так, Улсан тоже на Спол ставит. Ну, оно и понятно, что все ставят на Спол, потому что он последние два матча, если мне память не изменяет, он победил. Причем победил довольно-таки уверенно. Так, Эникалор ставит 8-4, что Спол победит. Окей. У МК Кабал 8-1, что Спол. Ну, все за Спол, просто, думаю, смысла нет. Ждать, что кто-то за Драга проголосует. Или из принципа сейчас просто. Что я сказал, что никто не голосует за Драга и проголосует за Драга. Так, ну ладно, еще 2 минутки подождем, наверное. В этот раз у нас, значит, Спол и Драк не сошлись, да, в финале. Получается, за последние два турнира они не разделят между собой топ-2, наконец-то. Мы посмотрим финал уже с кем-то другим, даже не с этими участниками. Надо бы на самом деле посмотреть, что там у нас по турнирной таблице. Сейчас, может, зайду, посмотрим, кто. Думаю, уже стрим же был, да, по второму полуфиналу. Точнее, по первому, что я несу. Пропадает звук. Распутник, попробуй ресетнуть стрим, потому что у меня в ОБС написано, что дропов 0. Ладно. Все, 3 минутки у нас уже есть, значит, можно начинать. Так, первым хостит Драк. Значит, начнем. Первым хостит у нас Драк. Собственно, первым выбирает Спол. Играл я Спол на одном кадре? Ну, скорее всего, да. У Драга, наверное, сколько там? 3-4 кадра обычно. Гектор все-таки ставит на Драга, что 4-8 в пользу Драга. Так, Спол выбирает говно, то есть лево. Так, в ответ идет Доним. Все, поставили по шестерочке. Так, вот Спол уже попадает вертушкой, пытаясь зажать Драга в углу, но он выбирается с помощью суперки. Так, пытался отбросить, ошибся, скорее всего, не смог добежать. Брось, но зато добегает сейчас через ножку, красиво блочит пилу, которая по факту должна быть тройской, но вот отлично, Драг вылетает и попадает по суперке. Так, вот хотел перепрыгнуть, но Спол подгадал и бросил. И вот таким вот ударом слету по башке, даже когда вроде бы Донни сидел и блочил, как мне показалось, все равно прошло. Так, второй раунд. Так вот, не знаю, что это было, но в итоге все равно добегает с пола и бросает. И еще и вертушкой попадает. И Драг. Ой, да, Драг зажимается в углу, но вот зато перехватывает, и уже в углу у нас Спол. Пытается выбраться с помощью вертушки, но не получается. Ну, в принципе, Драг не наказывает. Так, снова тролльская вертушка. Так, ох, отлично, перехватил Спол до того, как прошел второй удар после суперки. И снова бросает, отлично. Так, тут пытаются друг друга дернуть на мячике, но отберет Донни мяч и попадается на суперку. И так, и так, и так. Драк не попался на животном, хотя странно, какой-то странный был немножко прыжок. Ну да, и заканчивается время. 1-0 ведет Спол. У Драга выбывает, значит, Донни. Донни ему больше брать нельзя. Так, Спол продолжает играть налево. Его же выберет у нас Драк. Тоже лево.
Так, говно-говно. Погнали. Гектор заторможенный. Да не, вроде все нормально. Хотя мне тоже иногда кажется, что когда долго не играешь, что они действительно медленные. Так, ну ладно, смотрим. Тут Спаун пытается делать тролльскую вертушку, и она у него хорошо получается. Вот сейчас не тролльское расстояние было после вертушки у Драга, за что он был наказан. Тек-тек-тек. В борьбе вертушек пока 1-1. Так, вот кидает мяч, Спаун успевает его подобрать и заблочить, и наказать. Так, ну вот сейчас Драк почему-то не кинул, но это, скорее всего, как раз-таки эти четыре кадра пресловутые дают о себе знать. Ошибается в подпрыге. Спаун, естественно, перехватывает и вот таким обидным ударом в лицо нокаутирует соперника. Так, счет 0-1, если что, напоминаю. В пользу Спауна. Так, смотрим второй раунд. Так, в борьбе подбегов теперь выигрывает снова Спаун. Так, не тролльское расстояние суперки, поэтому наказано. Так, ну вот, наконец-то у Драга проходит вертушка. Так, Спаун, ух ты, как хорошо подбежал после прыжка и бросил. Драг сжимается в угол, делает суперку, но Спаун не добегает. Ха-ха, лол. Спаун выбивается каким-то образом, но в итоге вертушки проходят у обоих. Попал Драг мне шариком, офигеть. Так, Спаун в углу. Что же он будет делать? Делать суперку, не тролльское расстояние. И, да, Драг успевает кинуть мячик, хоть и получает урон. Так, 1-1 по раундам. Кто выиграл вчера, я точно не знаю, так что в чатике лучше бы кто-то ответил. Если вчера были черепухи. Ну, в первом полуфинале. Так. Так, вот Драк как-то рано отпускает блок и получает по морде с ноги. Так, зажимает пока с пола в углу зато, но делает непонятную суперку и, собственно, был наказан. Так, не смог добежать, бросить, и вот целых два броска проходит с полона. Суперка после подката, все, все, да. Тут даже блок не спас уже. Так, 2-0. 2-0, пока с полон просто доминирует своим лево. Ну, я надеялся, что все-таки бой будет красивым, так что еще, в принципе, только два... Два всего лишь поединочка прошло. Будем надеяться, что Драк поднимается и даст бой. Так, Спаун берет Рафа, надоел ему Лео. В ответ идет Шреддер. Хм. Интересно. Так, не наказывает Шреддер такие подпрыги от Рафа. Зачем-то сам прыгает, но ошибается немножко Спаун. Оказывается в углу. Начинается прессинг, отличная, отличная мясорубочка. Спаун не получается выйти из угла, но Драк почему-то немножко расслабился и пропустил вот такую вот обидную ногу плюс сверло. Так, пытается Спаун раздергать, и у него получается это сделать. К тому же он еще и с мячиком. Отличный подпрыг после лежачки на Шреддера. Так, кидает шарик. Драк пытается его взять или делает что-то непонятное лично для меня. Остается в углу и раздергивается на пилу. Нервы чувствуются, что нервничает Драк по ходу дела. Ну а Спаун спокойный как удав, гнет свою линию. Пока что все идеально. Ну опять же 4 кадра, да, действительно, это так. Спаун сливной в бой в пользу кого? В пользу Рафа или... Шреддера. Так, ну вот. Запрыгивает за спину и закусывает уже Шредда. И снова раздергивает на мясорубку. Ну вот сейчас отлично выбирается после лежачки уже Шредд. Но все равно Спаун подбегает и успевает кусать. Спаун говорит, это сливной бой в пользу Шредда. Но пока что мы видим совсем обратное. Так, вот эти какие-то непонятные были подпрыги. Как будто Спаун психанул, такое ощущение. За что был два раза кинут. И, естественно, да. В конце немножко то ли расслабился, то ли думал, что успеет добежать и бросить. И в итоге два раза получился прыжок плечом вперед, за что был наказан. Соответственно, проиграл этот раунд. Так, вот проходит прям с самого начала пила. Такая нубская, так скажем. Так, Спаун отлично прессует, загоняет Драга в угол.
так. Ну, поменялись они пока что местами. Вот Драк раздергался на пилу, получил, собственно, сверло в ответ. И опять его закусывает с пол. Он просто берет и не дает ему нормально встать. Да. И вот таким вот обычным ударом ногой в приседе добивает Шреддера. 3-0. 3-0, ребят. Пока что, к сожалению, Драк не может что-то противопоставить с полу. Очень жаль. Так. Шир против Бабы, отлично. В принципе, если Раф не будет тупить, ход, по идее, должен умирать. Если мне, опять же, не изменяет память моя нубская. Так, вот проходит огонь, запрыгивает за спину, нос полон, отлично блочит эту бабочку. И прессует, и все-таки кусает. Так, отлично, раздергивает. Драк не знает, что делать, он просто пятится назад. Просто пятится назад и... Ну вот, отлично, наконец-то перехватил. Пытается прессовать в углу. Но Сполн все равно каким-то невероятным образом просто выбирается из этого угла подобным прыжком. Но, кто же победит? Кто же победит? Драк уходит в угол и да, все-таки немножко Сполн ошибился и прошел этот нижний удар. В принципе, неплохой был раунд. Так, смотрим второй раунд. Так, вот нога сверло была. Ну вот Драк все заблочил. Так, ну вот Сполн продолжает снимать хэд-хеда с воздуха. Ну вот немножко ошибается все-таки там подпрыгивает, получается Драка бросить. Но в итоге все равно Сполн доминирует своими этими, блин, закусами и подбегами типа динамика. Да, перепрыгивает за спину, опять закусил. Тут уже борьба на мячу идет. Все друг друга пытались раздергать, но в итоге Сполн победил. Но вот опять Сполн зажимается в углу. И да, ухода немножко не хватило жизни. Сверло в блок. И 1-1 по раундам. Так, смотрим. Решающий раунд. Напомню, счет 3-0. Вот Сполн опять успевает подбежать и закусить Хота. Но каким-то вот невероятным образом просто выбивается Раф. Так, ну естественно, второй бы огонь не прошел. Это было логично. Так, смотрим. Вот нога сверло проходит. Думал все-таки, что будет подпрыгивать и кусать. Сполн отлично просто троллит Драга. Но вот сейчас ошибается. Каким-то образом не попадает мячик по Рафу. И это может быть поражение. Или нет, да. Вот таким вот ударом предугадал Драк, что Сполн будет напрыгивать на него и сделал удар ручкой. Ну что ж, 3-1. 3-1. Не в сухую этот ход заходит, закончится и уже хорошо. Итак, у Сполна вылетает Раф. Раф ему брать больше нельзя и идет в ответочку. Не в ответочку, а снова берется Лео. В принципе... Я бы не знаю даже, на кого бы я сейчас поставил. Неважно бы, кто играл. Ну, хотя больше, наверное, шансов у Хота есть победить. Но это же Сполн. Итак, вот немножко ошибается с суперкой. Так, Драк ошибается с огнем. И, оказывается, в углу проходит вертушка Лео. Так, прессинг. Но не получилось залететь за спину. Так, ну вот, огонь был хоть и авантюрным, но заблочено все. Так. Происходит какой-то обмен ударами, то в блок, то просто очень мало снимается какой-то чип дэмэдж. Особенно у хотхеда. Сполн пытается все это раздергать, но Драк не дергается. Но вот сейчас все-таки получилось добежать и бросить. Так, больше жизни, да, у Лео и да, этот раунд за Лео. В конце два броска были очень нужными как раз таки черепашки. Так, получается попасть после огня. Так, Драк все еще продолжает спамить огонь, но, в принципе, неплохо все пока что блокирует. Да даже не то, что блокирует, а получает какой-то чип дэмэдж. Прекрасно понимаешь, что Сполн тут ничего не сможет, наверное, больше сделать. Но вот сейчас ошибается в прыжке. Да, и уже больше половины хп у хатхеда нету. И ход продолжает зажиматься в угол, но получает бросок. Так, проходит огонь. Так, второй, естественно, снова не пройдет. Это было читаемо.
Так. Сполн пытается обидный, как даже не то, что обидный, а именно такой, наверняка. Да, блин, зря рискнул с этим подкатом. Нельзя так делать, на мой взгляд. Чуть-чуть не хватило дэмэджа, чтобы убить Хота. Он наверняка пытался уже просто обычным этим подкатом завалить с первого удара, но жизнь... Ну, это ж хэт-хэт, он же жирный. Еще и плечо, да, было в конце такое не очень. Так, ну смотрим дальше. Что у нас тут? Взаимные обмены бросками пока что происходят. Так, вот отлично подпрыгнул после огня. И Хот все еще пятится назад. А что еще делать? Так, пытался запрыгнуть за спину, по ходу дела, или ударить с воздуха снять. Но в итоге ошибся и очутился в углу. Так, вот так. Опять же, Хоту сейчас вообще нельзя ошибаться. Да. Не знаю, что это была за ручка такая бесполезная хотовская. Может быть, пытался сделать бабочку или еще что-то подобное. Но в итоге Сполон выигрывает в этом хосту с счетом 4-1. Опять же, борьба, конечно, была, но не такая, как хотелось бы. Так, продолжаем. Второй хост. Первый плеер у нас Сполон, второй драк. Так, извиняюсь. Да, хорошо, что проверил. Ну, ничего страшного, мы ничего не пропустили. А, ручки хотел драк, говорит, ударить. Интересно. Так, драк сразу же берет Рафан. В ответ у нас пойдет... Тоже у нас пойдет в ответ Лео. По-моему, бой наоборот получился. На прошлом хосте было наоборот, если не ошибаюсь. Так, ладно, смотрим. Так, драк зажимается в угол. И... Но не тролльское расстояние после вертушки. Но все равно остается в углу у нас Раф. Так, Сполн грамотно все прессует, не выпускает его. Отходит на расстояние, чтобы можно было, если что, бросить запрыг за спину. Но вот в итоге все-таки пару раз ошибся. Но все-таки держит рядом с углом драга. Ну вот, вот. Пытался он за спину запрыгнуть, но не получилось. Пытается через ножку добежать, но не получается. И уже психует Сполн, по ходу дела, в конце. И получает сверло в лицо. Так, 1-0 по раундам. В пользу драга. Так, второй раунд. Смотрим. Получается улево снять. Да, даже два раза. Но вот в итоге пытался подбежать, но он сам же закусился. Так, пока заменный обмен таких суперок. Отличные два удара с ноги. Но не тройское особо было расстояние, поэтому проходит сверло. Так, вот был подбег динамика, но почему-то остановился в последний момент. Сполн. Так, смотрим. Остается очень мало хп. Суперка, которая, в принципе, должна была быть тролльской. Вот Раф 5 часа назад, ну да, и перехватывает. В принципе, все грамотно. Все грамотно. 1-0 в пользу драга. Так, и у Сполна вылетает его Лео. Больше брать у него не может на этом хосте. Так, сразу же драг берет тяжелую артиллерию. Вернее, жирную. То есть Хотом. Так, Сполн. Такое ощущение, как будто рандомил, и в итоге берет шредером. Так, у нас будут шахматы. Итак, вот уже получилось у драга попасть даже два раза огнем. Собственно, только хотел сказать, что ошибаться тут обоим нельзя. Так, в принципе, неплохо сейчас попал ногой с Сполн в лету. По драгу не выпускает его из угла. Так, но ошибается. И уже оказывается сам в углу после броска. Да. Да. Драг сейчас затащил Рафом. Пока что драг, видно, что вроде бы собрался и не собирается уступать. Возможно, мы увидим допы. Так. О, вот сейчас Сполн уже не стал подбегать вперед, прочитал все это дело.
и попал вихрем. Так, пытается запрыгнуть за спину, чтобы бросить, но Драк все читает, и вот тут сейчас ошибается. Четкая была бабочка за спину, но не прошла. Все заблочено. Еще раз попадает огнем, но опять же, второй огонь был лишним. Разве что отогнать немножко Шреддера. Пытался запрыгнуть за спину бабочкой, но не получилось. И в итоге попадается на мясорубку Драк. Итак. Да, вот таким вот ударом вот забавным по ногам попадает Шреддер и выигрывает в этом раунде. 1-1. Так, смотрим за третьим раундом. Пытался под бегом динамика бросить, но Драк сразу же сделал огонь. Так, ошибается пока с полом, уже половины хп у Шреддера нету. Так, дерготня. Так, попадает все-таки последним пикселем. И подбег динамика какой был. Но все-таки Драк вот... Ох, еще... Ох, как красиво было. Ох, как красиво, да. После подбега динамика еще и запрыгнуть с бабочкой за спину. 2-0 в пользу Драга. Это было очень круто на самом деле. Так, и с полным вылетает еще и Шреддер. Кого же он возьмет? Интересно, в этот раз, если все-таки Драк продолжит брать Хота. Но нет, Драк берет Шреддера. Так, и у нас бой наоборот. Драк второй, не переживайте. Я ничего не перепутал, это точно. Так, бой наоборот, теперь исполнен Хот. Шреддер, Драк. Так, вот отлично запрыгнул за спину. Но выбить не получилось. Сейчас можно было наказывать, конечно, мясорубку, но все-таки большое было расстояние. Итак, вот эта мясорубочка уже накажется, да. Непонятно, почему у Драга срабатывает мясорубка вместо вихря. Так. Шреддер все еще прессует, так. Хото. Но зачем-то отходит, выпускает его из угла. Наверное, чтобы не попасться на бросок. Потому что Спол уже доказал, что он может спокойно подбегать и бросать Драга. Но вот сейчас, да. Эх, надо было ему... В любом случае наносить урон, иначе бы по времени проиграл, да, и тут уже поторопился и ошибся, как говорится. Ну да, рандомный конец, но времени не осталось, чтобы нормально подумать, что сделать. Так, смотрим, второй раунд. Так, пытается запрыгнуть за спину, бабочка по ногам не прошла. Так, Шреддер держит Хота в углу, не дает ему выйти. Но вот каким-то образом огонь все-таки проходит и не успевает заюзаться вихрь. И Хот переходит в наступление. Отличная бабочка по ногам, но Шреддер успевает бросить. Так, вот этот подбег динамика, конечно, был прочитан. Итак, Спол в углу. Ага, да, отлично. Предугадал Драк, что будет, скорее всего, какой-нибудь, типа, может, заскок за спину или что-то подобное. И выпрыгнул отлично просто с ногой. Или я что-то перепутал, кстати. Может, я сейчас перепутал? Сейчас как раз-таки с полом был ход, да? Да, все. Цените, ребят. Так, 1-2 у нас, да? Пользуем Драгом. Да-да-да, все, извините, перепутал. Предугадал как раз-таки с полом, все правильно. Так. Ну что? В этот раз Драг берет Рафа. В ответ идет Хэт-Хэт. Посмотрим, насколько готов Раф у Хота, чтобы противостоять Хоту с полоном. Так, отлично заблочил бабочку за спину. Так вот пытается Хот добежать, но отлично снимает бабочку. Тьфу, сверло бабочкой. Так, попадает огнем, бросок, отлично после огня подбежал. Что это сейчас было? Интересно. Наверное, не сработал. Ох, и Раф выбивается. Да, все. И это смерть. Ну, по идее, да, это же сливной бой для Рафа, поэтому... Нужно очень постараться, чтобы победить. Итак, смотрим. Прыжок за спину не сработал, наказано. Так, пытается выбраться из угла Драк. Но обратно туда же и закидывается. Итак, вот не добежал, не бросил. Бабочка по ногам, комбо с полной и... Все. 2-2.
Вроде бы драк вот и собрался, и смог выиграть пару боев, но с полным все-таки. Не дает просто шансов. Итак. Снова идет в бой ход от Драга. Он пытается определиться, кого ему выбрать. Ну и берет Дона в итоге. Насчет этого боя ничего говорить не буду. Но сейчас все увидим. Так, опять пытается с полом. Или кто у нас? А, да, с полом чип дэмэджем нанести какой-то урон Драгу. Вот прошла уже практически пила, но успел бросить ход, был звук. Так, не дает подбежать, все, уже подбеги динамика читаются Драгом. Он зажимается в угол. В принципе, правильно делает. Так, вот пила после прыжка, но улетел все-таки. Так, нельзя сейчас было брать мячик. Это же было очевидно. Снова хэт-хэт. Ну да, все, в принципе, все было грамотно сделано. Нужно было раздергивать Дони, чтобы он сам лично атаковал, а не как раз таки хэт-хэт. Ну и, получив преимущество, хэт-хэт его удержал. Опять чип дэмэдж мы видим просто от Дони. Ну, по пикселю так убавляется просто полосочка лайфбара. Вот, отлично, наконец-то добежал, но в этот раз все-таки уже подпрыг не сработал. И опять должна была произойти пила от Дони, но даже звук был. Походу, каким-то образом перехватывает. Вот, наконец-то она проходит. Так, и пила за спину. Но сейчас ход уже, скорее всего, не сдобровать. Хотя, он решил пойти на вступление, в атаку. Так, смотрим, нет, все-таки нет. Хотел искать, если бы сейчас Дони выбился, это была бы победа, но... Не сумел немножко ход дожать Дони в углу. Таким вот обидным ударом тоже проиграл, получается. Так, 1-1. Драга, в принципе, еще есть шанс переломить ход этой встречи и выбиться все-таки в допы. Так, два раза вот отшибается с полом. Точнее, вернее, Драк его хорошо ловит на этих прыжках, которым он пытался наносить чип дэмэдж. Так, ну сейчас... Да, отличный подбег динамика, но в итоге следующий уже такой не прошел. Да, ну, что сказать. Скорее всего, это проигрыш. Ну, посмотрим. Проигрыш Дона, но... Вот, два раза попадает с полом. Два раза попадает мечом. Но дальше суперка не прошла. Хэт-хэду сейчас нужно просто выжить. Нет. Даже так. Так, 2-3. Да, 2-3 в пользу Драга. Есть надежда, что мы увидим допы сегодня. Вот второй хост уже самое то. Уже борьба в полную силу. Драг разыгрался, наверное. Или может это преимущество второго плеера, так сказать, влияет. Ну что ж, хэт-хэт против Майки. Так, с полом за Майки хэт-хэт. Дальше продолжает выбирать хэт-хэда Драг. Итак, опять эти прыжки. В этот раз уже Драг все прекрасно понимает и наказывает. Так, запрыгнул за спину. Так. Майки уже побыстрее должен, по идее, наказывать. Да, что он, собственно, сейчас и делает. Три подряд броска. Сделать какая-то бесполезная суперка Майка. Не знаю, было ли так задумано. Ну, перебилось. Так. Хэт-хэду сейчас нужно атаковать и ловить. Да, отлично ловит. Отлично. Три подряд подбегать динамикой. Три броска. Делают раунд для Хота. Смотрим второй раунд. Итак. Он продолжает делать эти прыжки в начале, нанося охоту хоть какой-то урон. Вот, отлично добежал. И еще раз добежал. И бросил. Так, ну вот сейчас уже Драк успел сделать огонек. Немножко выиграл для себя дэмэджа. И каким-то образом непонятным проходит эта бесполезная суперка Майка. Дернулся Драк каким-то образом. Так, ну мы продолжаем смотреть этот раунд. Еще не все закончено.
8 секунд, преимущество у Майки. Дергают друг друга, дергают. Также Худхед с мячиком. Ну, 2 секунды. А... ХП просто не успела отбавиться. Просто не успела отбавиться. Как это было бы отлично просто. Эх. Ну, 1-1. Третий раунд. Что ж, в одном раунде от победы на этом хосте трак. Так, вот был подбег динамика, но словом прочитал, запрыгнул за спину, еще теперь бросает вот эти подпрыги. Так, но сейчас не получилось добежать, бросить ход. Отпрыгнул. Так, еще наносит хоть какой-то урон. Тут уже главное реально нанести хоть какой-то урон друг другу. Так, отлично, не попался на животное. Драк. Ну, блин, опять проходят эти два броска, два подбега. Сполно. И что же тут будет? В Майке преимущество? Да. Даже вот так. Даже не броском. Даже просто прыжком и пинком. 3-3. Ах, близко был драк, конечно, к победе, но у нас еще есть целый бой. Так что не будем его списывать со счетов, это точно. Но у него вылетел ход. А как мне показалось, все-таки ходом у драка получалось играть лучше всех остальных персонажей. Так, ну и драк берет Лео. В ответ идет ход от сплона. Итак, смотрим. Так, вот уже ошибается драк. Ох, комбо. Сплон проводит комбо, зажимает Лео в углу. Я уж хотел сказать, что это заявка на перфект, но все-таки какой-то дэмэдж драк наносит. Итак. Смотрим. Так, выбирается драк. Фу, сполон из угла. Драк как раз туда же и зажимается. Так, почти попал суперкой. Неплохо так пропрыгнул под хотхедом. Да, я... Обиднейшим ударом в прыжке сполон побеждает в этом раунде. Пощечина, блин, отхода была в воздухе. Итак, смотрим, второй раунд. Так, отлично, в принципе, бросает сполн. И зажимает в углу Лео. Так. Ну, неплохо драк выбирается, но, скорее всего, это не тролльское расстояние. Да, и будет бросок. Пошел лютый прессинг. Драк не успевает добежать, но добегает сейчас. Так, посмотрим, что же он может сделать. В итоге отходит. Понимает, что ему буквально один удар, и он труп. Да, и проходит бабочка по ногам. Ну что ж, дорогие друзья, со счетом 8-4. В финал выходит Сергей Сполон. Драк же отправляется у нас отыгрывать матч за третье место. Так, ребят, пожалуйста, напишите в чатике, кто у нас второй финалист. Кто у нас второй финалист? Второй Вуду. Так, замечательно. В финале у нас сошлись два очень сильных соперника. Сполон и Вуду. Наконец-то мы увидим финал, не драк Сполон. Ну, что можно сказать. Этот бой был достаточно интересным. Драк сделал все, что мог. Видно, что он был готов к этому бою, хоть на первом хосте немножко, по ходу дела, понервничал, но потом собрался и отлично дал бой на втором. Ну что ж, будем, значит, ждать финала и боя за третье место. Все, всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока.